Тебе придется снова заткнуть меня, иначе я не перестану тебя доставать. Сяди. Ты кто? Я тобой восхищаюсь, понимаешь? Не подходи. Богиня. Отвали от меня. Предупреждаю, у меня черный пояс. Нарисуй меня. Нарисуй. Псих. Я хочу быть нарисованным в твоем комиксе. Хочу стать твоей музой. Это будет чудесно. Убирайся. Богиня, нарисуй Отойди. Меня. Отвали. Нарисуй. Пристаешь к богине? Пристаешь к богине? Ты что творишь? Замри! Умри, гадина! Отпусти! Не трогай ее! Вставай! Арестуйте его! Он пристает к богине! Сяди, ты не пострадала? Все, все, не бойся. Я же здесь. Не двигайся! Смотрите! Арестуйте его, он меня преследовал! Это он! Вам нужно пройти с нами. Я хотел защитить ее! Как ты? Можешь идти? Идем. Осторожней. Хорошо. Какой еще фанат? Психи не считаются фанатами. Увижу еще раз, врежу ему и отправлю в тюрьму. Разве кто-то не хвалился черным поясом по тэквондо? Почему не отлупила его? Я была в ужасе. Никогда не встречала таких психов. Я впала в ступор. Иначе я бы ему показала. Сильно болит. Ерунда. Считаю это медалью за отвагу. Смотри, как здорово иметь парня. Когда было нужно, пришел на помощь. Я просто пошутил, не злись. Если не стану парнем, буду твоим телохранителем. Может, получить тэквондо? Получу черный пояс. Или, может, лучше заниматься кикбоксингом? Ну, или можно заняться обычным боксом, тогда я смогу защитить... Что это значит? Ничего. Слишком болтливый, хотела тебя заткнуть. Заткнуть? Что? Ты просто воспользовалась мной. Нет уж, раз поцеловала меня, то возьми на себя ответственность. Не прикидывайся. В любом случае, я толком ничего не понял. Ты должна повторить. Чего смеешься? Если не поцелуешь меня, я буду ныть. Тебе придется снова заткнуть меня, иначе я не перестану тебя доставать. Ладно, проехали. Ты мой. Господи, я сплю, что ли? Можешь еще разок ударить меня губами? Просыпайся. Больно. На мне твоя печать. Назад дороги нет.